Привет, мои дорогие! Герой нашего дня – гранат. Комнатный гранат – Карфаген. Я даже не знаю, помещается ли он весь в кадр. Ну, по крайней мере, часть кроны, наверное, не помещается. А вы помните, как я его радикально обрезала после плодоношения? Это было примерно в ноябре прошлого года. И был только вот этот крупный ствол. А вот эти вот ветки, это отросшие уже заново сантиметров 60, вот такие вот ветки он выпустил. И скоро на кончиках веточек появятся цветы. Но для того, чтобы размножить гранат, я начередковала его во время обрезки. И вот в этой тепличке у меня часть черенков, 5 штучек, мы их сегодня будем рассаживать по горшочкам. Итак, приступим. Вот такие небольшие горшочки диаметром примерно 9-12 сантиметров. Для каждого внутри находится агроперлит и камешки гравия, у кого что найдется для дренажа. Можете также использовать и керамзит. Итак, давайте посмотрим, что же у нас выросло. Тянем череночек. Где-то там на глубине он зацепился корешками. Так. Вот, корешки хорошо подросли и зацепились. Вот, посмотрите, какие крупные корешки с комочками земли. Вот, будем укоренять их дальше в эти горшочки. Набираем земли. Земля у меня обычная, садовая, тут перегной, листовая, зерновая земля. И сделаем углубление достаточное для корешков нашего граната. Прольем водичкой. Самый длинный корешок можно подрезать. И тогда растение будет лучше ветвиться. Присыпаем землеркой аккуратненько. Нашему гранату здесь достаточно места. И он будет расти. Обратите внимание, что корешки растут с нижней части веточки. Череночки были прикопаны под углом 45 градусов к земле. Так лучше появляются корни. Так растение лучше понимает, что от него требуется. Так, вот один горшочек готов. Следующий. Та же самая схема. Насыпаем земли. Делаем углубление. Берем наш саженец. Самый длинный корешок я немножко укорачиваю. Расти, дорогой. Расти и будь здоров. Ну вот.
второй горшочек. Третий горшочек. Черенковала я, получается, в ноябре. И вот сейчас месяц март. Такие выросли черенки. А может быть, даже и позже черенковала. Не смею утверждать точно, что это было именно в ноябре. Ну, декабрь, январь, может быть, в начале января. Потом, по мере того, как земелька осядет и растение немножечко придет в себя, можно будет сверху земли еще подсыпать. Сейчас я плотно не утрамбовываю, чтобы растение не травмировать корешки. Готово. Ну вот и последний горшочек. Все пересажены, все черенки укоренились 100%. И теперь они будут хорошо расти. Поставьте ваши черенки укорененные в светлое место, но не на прямые солнечные лучи. Пусть наши гранатики немножко адаптируются к свежему воздуху, ведь они только недавно из теплички. Тепличка последний день была открыта, поэтому, может быть, даже их можно и поставить под пакетики. Что я сейчас и сделаю. Таким вот образом, под пакетик, несколько дней постоят под пакетиком, пока хорошенечко приживутся в новом домике своем. Поливать можно через поддон. А вообще я поливаю сверху гранат. И сверху, и снизу, когда особенно идет активная вегетация, и растение много потребляет воды. Ну вот, друзья, наши саженцы гранатов готовы. Ждем только, чтобы они адаптировались к новым условиям. На это уйдет примерно одна неделя. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А пока всем пока. Подписывайтесь на канал.